72-летний пенсионер из Караганды Сарсенбай Котырашев путешествует по Казахстану пешком. Идея такого похода у него возникла еще 6 лет назад, но реализовать ее смог только сейчас. Свой путь он начал 31 марта из Улытау. Пенсионер заранее спланировал, в какое время и в какой регион он доберется. Накануне Сарсенбай Успанулы прибыл в Актобе. Отметим, совершить свое путешествие он планирует в середине октября, когда доберется до пункта назначения города Атырау. В следующем году пенсионер надеется дойти пешком до священных городов Мекка и Медина в Саудовской Аравии. Перед собой поставил несколько целей. Первая – пропаганда исторического и географического центра страны Улытау. Вторая – сбор данных об отечественных ремесленниках для ЮНЕСКО. Третья цель – популяризация нашего национального напитка кумыса. В целом путешествие проходит нормально. Планирую завершить его в октябре.